Привет, друзья! С вами на связи Иванова Лариса. Вот. И вот я сейчас нахожусь на побережье Красного моря, Эйлат, Израиль. И посмотрите, сколько вокруг меня здесь рыб. Обратите внимание, такие вот огромные. Вот. Я их прям глажу, смотрите. Прикольно. Это потрясающе. Представляете, как будто я с ними вместе в аквариуме. Вот я такая вот плавала сейчас с маской. Искала какие-нибудь красивые кораллы. Ну, честно говоря, здесь красивая рыба, а вот красивых кораллов я не видела. Вообще здесь мало кораллов.